Накануне днем на пульт дежурных служб поступила информация о дорожном происшествии на путепроводе ЖБИ по проспекту Машиностроителей. 24-летний водитель «Тойоты» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения как раз под колеса автобуса ПАЗ. Возможности избежать столкновения у водителей просто не было, сообщают в пресс-службе ГИБДД. В результате происшествия водитель иномарки с травмами госпитализирован. Его пассажирам, девушкам 23, 28 и 22 лет, назначено амбулаторное лечение. Всего за выходные дни в Кургане произошло 150 аварий. В 11 происшествиях 8 человек получили травмы. На дорогах Зауралья зарегистрировано 4 ДТП, в которых 1 человек погиб и 4 получили телесные повреждения. Обстоятельства аварий выясняются.